Доброй ночи. Добрый. Проверка документов. Вас беспокоит ФСБ. Ладно. У вас все в порядке? Можно ваше удостоверение? Конечно, можно. Но очевидно, что они не ФСБшники, и скорее всего сейчас будет ДМ. Опа, да. Жалко, что он его убил. Что можно посоветовать дальнобойщикам? Брать с собой ствол и ездить с напарником. От таких тем никто не застрахован. А вот вторая ситуация. Бабки гони! Ты богат? Дальнобойщик воспользовался функцией помощи от админа. Помогите, он меня стреляет! Да кто в тебя стреляет, зачем обманываешь? Мне кажется, у этого грабителя даже оружия нет. Он к нему садится, как ни в чем не бывало. Грабитель 80-го левела. Но наш дальнобойщик не может закрыть машину. Но тут все безобидно было. Просто один игрок решил навести суету и пранкануть работягу. А в следующем видео проследим за ДМщиками. Приятной игры!